Русь моя, храни тебя Господь, то песней, то молитвою, то стоном, из глубины веков до сердца глубины любовь к тебе летит вечерним звоном. Добрый день, моя любимая женщина Лариса Иванова, прекрасный художник, иконописец, безумно творческая женщина. Ларис, в прошлый раз я делала интервью с твоей дочкой на стенде «Уникальная Россия», и потом мы еще встречались много раз, и на стенде «Вечная женственность», и вот теперь лучезарную Ларису я вижу на ее стенде. Ларочка, расскажи, пожалуйста, с чем ты сегодня, да, чем ты нас сегодня удивишь? Новые привезла иконы. Новые, я вижу, что новые, да. Пантелеймон Силитин. Но главная работа – «Спас на Убрусе». Ага. Это преображенская какая-то работа, все ее называют. Это очень редкий образ. Видите, на Убрусе и с лилиями. Лилия – это цветок Богородицы. Она вся светится. Эта икона, когда пришла, мне икона в снах приходит, она когда пришла, я просто чуть сознание не потеряла, не знала. Я такой образ даже не видела. А потом, ну, я консультируюсь со священниками, мне сказали, да, есть на лилиях. Именно вот. На лилиях. И тебе прям пришел, да, образ с лилиями именно? Именно на лилиях. Он обычно просто белый плат. Да. А это именно... Это недавно создано? Нет, это давно, давно уже, да? Создано. Угу. Да, я просто ее не возила. А в этом году... Ну, так спонтанно быстро собирались, я взяла вот одни из лучших. Теперь работа «Царь Славы». Но она была в прошлом году, но поменьше. «Царь Славы грядет». В пророчествах сказано. Какие они? «Царь Славы грядет». Не просто красивые, от них такое идет свет, тепло и благодать. Они все вот, вот это вот очень красивая икона. Молодец. Ангел «Золотые волосы» или «Архангел Гавриил». Ее не было в прошлом году. Это работа на дубе и с обратной стороны молитва. Очень наш. Это твоя, да? Это в твоем мои... исполнении? Это, вот эти это все работы. Все твои. Вот все mm-hmm. работы мои. Все задают. В прошлый раз просто были еще твоего нет, мужа была резьба. Резьба его, а да. Роспись моя. Mm-hmm. Но 4 года его нет, я сейчас полностью да. одна работаю. Вот это не было работы. Вот неувидаемый тоже новое, свет, да? Посмотри. Неувидаемый свет. Это тоже наша смотрю. Женская энергетика. Эта икона, она гармонизирует семейные отношения, дает женщине здоровье, молодость, красоту. Люблю этот образ. Вот да. это не была работа. Это работа на кедре. Спас в терновом венце. И в этот раз я привезла, это же копия у меня все, в этот раз я привезла две матрицы. Рассказывала, да, что нет, мы отсканировали, нет. дочь моя рассказывала, что мы работы все отсканировали, теперь я могу, имею право работать одна. И вот эту работу, чем хороша, то, что мы 18 лет сканировали эти работы, я теперь могу вот такого размера. Вот такого на станке вырезать, а, ты можешь, имея эти программы. Можешь уже размер, да. С размером да, играть. Из любого материала. Но здесь я первый раз привезла, хочу музею показать, русская икона, матрица. Вот. Это просто бесценная работа на кедре. Это да. чисто руки Анатолия и мои. И твои. И вот это. И две вот матрицы. Это тоже. А вот эта икона тоже. А это очень была тогда Андроникова Божья Матерь. Кстати, да, помню да. ее, помню. Знаешь, что? А люди ведь чувствуют. Да. Люди чувствуют, что это другая, это другая. Ну, зато копии да. дешевле. И для людей, наверное, это удобнее. Я хочу, чтобы людей много было. Вот. Смотри, какой тоже на кедре. Вот этого не да, было, Николай. Вот этого не было. Сними. Он такой, он так вообще, вообще невероятный, да? Он такой, и он и на самом деле, я его зимой, кстати, подарила храму на день зимнего Николы, чудотворца, другого только, без каменьев. А этот с каменьями? Резьба Анатолий Ширяев, роспись да, Ларисы да, Ивановой. Кедр. Ширяев, угу. да. А это Сергей Радонежный. Да.
У тебя своя, очень своеобразная и очень интересная вот роспись, да, вот подача. Она уникальная. Она, я вижу, что это авторская. 24 года. Да. 24 года я работаю. 24 года. У меня в этом году будет юбилейная выставка в мае. Где пройдет? Новосибирск. Лариса сама из Новосибирска. Да, Новосибирске. И там будут совместно работы не только иконы, но и мягкие. У меня до этого же мягкие были картины. Mm-hmm. Я даже привезла, вот смотри, привезла свой проект «Синяя птица». Mm-hmm. У меня есть вот такой проект «Синяя птица». Ему тоже 7 лет. И в 2007 году я его создала, этот проект. А вот это вот мои мягкие картины. Ну, на сайте все есть. Вот это мягкие картины. Да, и потом вот это уже «Панагея Великая» тоже. Это да. Одна из первых моих работ, она сайт в храме. Вот этот, да? А сайт вот этот, иконы, да, russianmikas.ru, ему 18 лет, он русско-английский. Приглашаем всех зайти на этот сайт и посмотреть, познакомиться с творчеством прекрасной Ларисы. Приходите. Повнимательнее. Замечательно. Да? Ларочка, можно тебя попросить? Для зрителей какое-нибудь доброе пожелание, доброе напутствие. Пару слов просто скажи, вот чем бы ты хотела с миром поделиться? А я делюсь с миром. В тебе так много всего. А я делюсь с миром. Я вам сейчас скажу, чем я делюсь. Вот через мое творчество небо приходит на землю. Я соединяю небо и землю. И это красота, которая спасет мир. Сейчас заплачу. Да. Потому что я это вижу, хочу, чтобы это все видели, чтобы это все почувствовали, пропустили через свое сердце. И мир засиял. Нам не хватает вот этого света любви. А любовь – это вот свет Божий, который мы проявляем на физическом плане. Очень всем желаю счастья, любви, мира и добра. Да возлюбите друг друга, люди. Главный от Бога завет. Верю, люблю и надеюсь, зная правильную истину. Ларочка, спасибо большое. Я сейчас заплачу. Я сама все спонтанное. Перетекание энергии. Да, точно. Здорово. Ларочка, я очень рада тебя видеть. Ой, я как рада. Вообще. Я тебе тоже желаю всех-всех-всех благ. Спасибо. Всего самого хорошего. Я так рада всегда смотреть твои сияющие глаза, полные доброты, света, любви. И спасибо, что ты несешь и даришь все это миру, даришь это людям. Да. Это всегда возвращается обратно. Возвращается. Да. Любите спасибо. Мир, любите Россию. Да, возьмите визитку. А ты возьми все, что хочешь. Ой. Я в прошлый раз у тебя вот мне вот такую вот подарила, она у меня на моем и этом иконостасе лежит, я всегда на нее.